Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Обдумав, я решил продолжить тему скорого ухода Путина и прихода Антихриста. Но я пока для разнообразия решил остановиться не на православном пророчестве об этом, а на католическом. Так, наверное, мы получим более полную картину. Напоминаю общую ситуацию. Не так давно я рассказал о пророчестве великого советского писателя и ученого Ивана Ефремова, что ориентировочно в середине 20-х годов 21 века Владимир Путин уйдет. И придет новый, действительно великий лидер России, который действительно поднимет нашу страну с колен. Но это не все. За ним пойдет не только Россия, но и все человечество. Он даст миру новую идеологию, в которую вначале поверят русские, а потом и все другие народы нашей планеты. Я уже детально рассказал, что это за идеология. Желающих узнать подробности я отсылаю к подборке публикаций этого цикла «Белый всадник». Ссылка будет под роликом. Дальше я рассказывал, что такое пророчество сделал далеко не только один Иван Ефремов, а практически все выдающиеся пророки, что древние, что современные. Ну и понятно, однажды я пришел к вопросу, что думает об этом Русская Православная Церковь. А она, а точнее православные пророки, представьте себе, полностью согласны с тем, что Путин скоро уйдет, и в России появится новый, действительно великий лидер. О трех православных пророчествах об этом я уже рассказал. О пророчествах Василия Немчина, монаха Авеля и святителя Брянчанинова. Желающих ознакомиться с этими публикациями я вновь отсылаю к подборке «Белый всадник». Но дело в том, что это пророчество святителя Игнатия Брянчанинова заставляет остановиться на данной теме особо. Напоминаю, я рассказал о нем в ролике РПЦ «Путин скоро уйдет и придет Антихрист». Правда, единого мнения в РПЦ по этому вопросу нет. Ссылка на ролик также будет под этим роликом. Дело в том, что есть толкование этого пророчества очень известным современным священнослужителем РПЦ Алексеем Осиповым, профессором богословия. И он утверждает, что новым лидером России станет Антихрист. Правда, далеко не все так называемые православные люди с этим согласны, о чем уже тоже есть много публикаций. И я долго разбирался, какого именно Антихриста Осипов имеет в виду. Толкований о том, кто такой Антихрист, в разных религиях есть много. Кроме того, есть толкование в широком смысле любой, кто идет против Христа и веры Христовой, и в узком смысле. И это толкование в узком смысле очень интересно. Оно в Откровении Иоанна Богослова. Тот утверждал, что непосредственно перед концом света придет Антихрист, который выдаст тебя за Господа Бога, и весь мир поверит ему, и тот станет царем всей земли. Ну а дальше конец света. Так вот, после долгих попыток я наконец выяснил, что Алексей Осипов утверждает, что придет именно этот Антихрист. То есть, по сути, он утверждает не больше и не меньше, что если уйдет Путин, то наступит конец света. Конечно, на фоне этого невольно возникает вопрос, а все ли у профессора Осипова в порядке с головой? Но тем не менее, такое толкование так и имеет право на существование. О скором приходе Антихриста говорил не только Игнатий Брянчанинов, но и другие пророки. И в частности указаны в заголовке Раньё Неро. Кто он такой, точно неизвестно. Раньё Неро – это не имя, а псевдоним, и означает «черный паук». Неизвестно даже, кто он по национальности. Есть две версии – либо француз, либо итальянец. Также под ним специалисты предполагают двух исторических личностей, но доказательств нет. Но это и не важно. Вот, кстати, как он якобы выглядел. Дело в том, что в 1972 году была обнаружена книга его пророчеств. Она очень большая, он назвал ее «Вечная книга». И она рассказывает о том, что будет происходить с человечеством в течение более чем 4000 лет. До 6323 года включительно. И да, он утверждал, что именно в наше время в мир придет Антихрист. Но уже по хронологии ясно, что этот Антихрист не может быть тем, о котором говорит профессор Алексей Осипов и якобы святитель Игнатий Брянчанинов. Был бы это тот Антихрист, история человечества ну никак бы не могла продолжаться еще более 4000 лет. И дальше опять идут расхождения. Осипов утверждает, что Антихрист появится в России. И сначала поверят ему и пойдут за ним русские, ну а потом уже и все остальное человечество. По Раньё Неро в России как раз появится его антагонист.
благодаря которому Россия спасет и себя, и весь мир, и победит Антихриста. Почему история человечества и продолжится дальше? Как это понимать? Вопрос непростой. В прошлой публикации я уже сказал, что на этом фоне очень интересны становятся гностические пророчества, точнее пророчества богоборческие. Напоминаю, гностицизм меняет еврейского бога и сатану местами. Он утверждает, что еврейский бог, которому поклоняются в том числе и так называемые православные люди, законченный подонок. А вот сатана как раз человек порядочный, но еврейскому богу удалось его оболгать и лишить доброго имени. И по гностическим пророчествам человечество именно в наше время, наконец, вот это вот поймет. И появится новая богоборческая религия, которой придет все человечество. Религии же, поклоняющиеся еврейскому богу, полностью исчезнут. И Раньо Наро, во всяком случае, очень на это похоже. Именно это и утверждал. Он утверждал, что именно в России вначале появится новая религия огня и солнца, которая и спасет человечество. Вот фрагмент об этом с канала на YouTube «Осознание». Четвертое. Французский астролог-предсказатель Раньо Неро, 14 век, в сборнике своих пророчеств в «Вечной книге» предсказал появление в России, в северной стране гипербореев, религии огня и света. Религия огня и солнца познает победное шествие, опору себе она обретет в северной стране гипербореев, где будет явлена в новом качестве. Это пророчество должно сбыться уже в нашем веке. В общем, все, как видите, не так просто. И очень надеюсь, что я однажды подробно расскажу и о гностических пророчествах, и вообще об этом целом. И, кстати, Иван Ефремов, делая свои пророчества, именно на пророчества гностиков и опирался. Напоминаю, по Ивану Ефремову человечество спасет новая идеология. Но это не единственное, что указывает, что он опирался на пророчества гностиков. Эта опора очень хорошо просматривается в его книгах, а также в книгах его учеников, братьев Стругацких и Олеся Берника. Добавлю и не только в их книгах, о чем я тоже, надеюсь, однажды подробно расскажу. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом.